Заводоуковске началась операция «Тонкий лед». Сотрудники спасательной службы напоминают населению правила безопасного поведения на водоемах. С первыми морозами туда уже спешат любители зимней рыбалки. К примеру, на Тоболе. Они есть всегда. Это самая большая река в городском округе. Проходит прямо по селу Пономарева. У кого нет возможности уехать подальше от населенного пункта, рыбачат рядом с домом. Лед позволяет рыбачить на Тоболе. Что толстый, сантиметров 25. Рыбаки, как правило, сейчас уже все равно смотрят и телевидение, и радио, газеты читают, что есть случаи, они стали более законопослушны и не выходят, как вот сегодня мы наблюдали рыбак. Он уже убедился, что лед толстый, и тогда идут на рыбалку. Ну и, конечно же, безопасность детей. Как правило, риск – это наши дети, которые выбегают на лед неокрепший. Вот здесь уделяем большее внимание профилактике. Добавлю, такие профилактические рейды специалисты уже провели в Упоровском и Юргинском районах.